И всем привет, меня Александр Сычков, и сегодня я бы хотел вам показать новую программу Nubase Cheat. Как вы видели, я IP тогда в прошлом видео показывал. Сегодня я вам покажу программу, которая подменяет значения в разных других программах, файлах. В общем, как это работает вообще? Так, это выключаем. Это нам не нужно. Так, в общем, вот, у вас должен быть Java, как у меня сейчас была. Здесь в числе первом мы жмем любое число. То есть, какое нам нужно число, какое мы будем заменять. Так, нажимаем на игру, то есть мы попадаем теперь в игру. И теперь можно увидеть то, что у меня последний ранг. Все у меня самое максимальное, кроме вот этих монет, доллар. Короче, как это сделать? Нажимаете программку, можно ее сюда сделать, если хотите. В общем, здесь вы берете просто и заменяете, здесь пишите сначала число, которое у нас уже есть, то есть 135 926. Так, первый вал сделан, то есть пока что мы ничего дальше не трогаем, только вот этот в первом валу и ставим, так как это не 20 никакой, но то есть ставим на самый последний, то чтобы он включился. Второй мы ставим здесь число, которое бы мы хотели сделать. Это давайте будет число 999 999. В третьем, то есть здесь тоже ставим вот это и вот это, то есть в третьем числе нам нужно поставить кое-что еще. Итак, дальше мы здесь прописываем число, которое мы хотим сохранить, то есть чтобы он был, например, давайте тоже число напишем, например, вот это вот, то есть самое минимальное. То есть если обычно в игре 0 стоит, то мы поставим здесь, чтобы 9999 самое маленькое число было в игре. То есть 0 убирается и ставится только это число. Ставим. Так. Так, и все, и сохраняем число. И смотрим, что дальше будет. Так. Нажимаем ОК. И сейчас смотрите, как все поменяется. А теперь смотрим, что у нас получилось. И получилось, смотрите, что у нас теперь вот это наше число, которое мы сохранили, оно сохранилось. То есть, когда я буду тратить эти доллары, то есть, самое минимальное число, если я их все потрачу, будет все равно 999, и оно никуда уже не исчезнет. То есть, как бы я ни тратил, остается все равно это значение. Так, а это тратится, то есть значение. Вот такой вот чит для каждой игры. В следующем видео я обязательно покажу видео дальше для следующей игры, которую можно взломать. То есть я сейчас могу зайти в магазин, накупить оружие, там всякой одежды могу, там брони могу, все, что захочу, скины, там вот у меня даже вот этих вот. 9999, то есть я все взломал, у меня самый крутой ранг, все взломано, то есть, и это вообще забанить нельзя вообще из-за этого, я так думаю, потому что вот сколько я уже с этими читами играю, наверное, целую уже неделю, то есть меня за это не забанили. Ну, в общем, ребята, сейчас давайте я выключу все-таки и посмотрим, что дальше у нас будет. Итак, я выключил Warface, и теперь видно то, что вот это вот все значение, то есть это можно сразу уже выключить. Чит называется Nubase Cheat версия 1.0 Hacking, то есть взлом. Здесь взламываются любые значения в любых играх, программах и даже может на сайтах каких-то, то есть взломать можно все, что угодно, ребят. Это самое прикольное. Да, конечно, фон программы Minecraft, но я не знаю почему, просто такой фон выбрали разработчики Nubase. Так. Ладно, ребят. Короче,
Давайте это можно отключить. То есть при перезаходе в игру, то есть как-то вот так получается. Ну что ж, я могу вам сказать только еще. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Мой ID 53554463. Добавляйтесь ко мне по вопросам, все туда. Мне писать ВКонтакте могут только друзья. Добавляю всех, то есть пишите сначала в комментарии мне под любой записью то, что вы хотите спросить меня о чте, я вас добавлю, вы мне спокойно все расскажете. Ну, в общем, ребята, всем спасибо за просмотр еще раз. Всем спасибо за просмотр. В общем, всем пока!